Всем привет! Вышли погулять. Эта погода замечательная. Правда, ветрено, но зато солнечно. Так сильно шумит ветер, деревья. Такой шум стоит. Такой интересный дом. Как-то и крыша, и стены. Все одним материалом сделано. Такое еще не видела. Вот здесь ежевика. Она вот в Германии просто везде растет. Она как-то быстро очень размножается. Такая колючка такая. О, там лошади пасутся. Сверху красновато, дерево такое. Там плакучая ива. Я как-то видео рассказывала про плакучую иву, про кору плакучей ивы, какая она полезная. Она действует как аспирин при простуде. И вот она, по-моему, в воде там, да? Или нет, нет. Там дальше вода. Вот здесь плакучая ива. Это дерево такое уже. Ну, в таком возрасте прекрасном. Но я вот рассказывала в видео, в одном из видео про плакучую иву. Ну вот, мы сюда пришли, чтобы посмотреть, или можно веточку где-то найти, может, на земле. Или, ну, она сильно высоко, или отрезать. Но тут все высоко, там просто сверху все переплетено. Красиво. Плакучая ива, она одна из деревьев, наверное, которые имеют такую жизненную силу. Допустим, если веточка упадет и ее посадить, и она даст ростки. Вот, наверное, такую силу вот дерево имеет, может быть, кедр. Мне нужна палочка, чтобы вот для рук, для ног. Я, может, потом покажу, как это очень хорошо для организма. Вот, но здесь мы ничего не нашли, практически ничего нету. Сверху есть, но туда не долезешь. Вот. Такое озеро небольшое.
Вон там еще, Саша, вон там. Утки плавают. Вообще их тут много, сейчас нет. Наверное, улетели. Нет, вообще-то они не улетают, да? Ой, тут столько желудей много. Можно упасть, спускаясь. О, собачка там моется. Собачка радуется в воде. Да. Денечек. Ой, вода, когда на нее смотришь, она успокаивает. Такое. Такие красивые звездочки на воде от солнца. Не знаю, видно или нет. Красиво как. Не знаю, видно или на солнце прям снимаю. Что не видно. Ничего не вижу. Очень красиво. Поднимусь наверх. Просто хочу показать вот это вот. Какое здесь. Ну туда я не полезу. Ну вот красиво. Ну не красиво, но необычно, как корни вот уже оголились. Эти желуди, значит, это что? Это дубы стоят такие. Вот. Лови меня, я сама не пущу. Да. Вот. Вот здесь. Красивая плакучая ива. Ну, это молодая, Саш, да? Посмотреть.
Ну вот. Вот, наверное, если такая веточка упадет, и ее посадить, даже если отрезать, и можно у себя дома плакучую иву посадить. Она будет расти. Здесь много таких низких веточек, можно что-то найти. Не нравится тем, что тут как в домике. Так все. Вот сюда еще лавочку поставить, вообще прелесть. И рядом вода. Где-то лавочка есть. Надо посидеть. Сколько время сошли, знаешь? Слушай, а вот это не плакучая ива. Мне кажется, вот плакучая ива, она возле воды. Да, такая молодая совсем. Смотрели, она постоянно возле воды. Здесь тоже. Да? Нет, это не плак. А, нет, сверху. Здесь точно эти похожи. Снизу нет. Так, я не упаду туда. Держи меня. Водичка такая. Ну, похоже, непонятно. Наверное, нет. Хотя листочки похожи. Ну, не ясно. Там среди них еще какие-то, еще какое-то деревце. Почему-то все вместе. Ну, ты держи меня. Да, там можно упасть так, намокнуть. Там пенечек, можно посидеть там. Эти корни, ну, вон там сидят люди на пенечке или на камне там такие. И тут если покатишься, то сразу в воду. Ой, красотень какая. Мне вот это от солнца, вот этот, эти звездочки. Не знаю, на видео будет видно, не будет. Утки квакают. Тут что-то так гористо, холмисто. Ну и все, в листочках шелестит все. И ветер будет пушить. Шумит. Тоже как заборчик ежевика. Но вот так летом. Да, это же не ихняя, нет. Это вот такая дикая, можно сказать. Бери и живи. Тут нету дороги, поэтому можно рвать. Но я ее как-то не очень люблю. Она такая иногда сладкая, да, сильно спелая. А так в основном, ну, такой определенный вкус у нее. Кисленький. Да. Вот наливку я делала, я показывала тоже видео. Вот. Тоже такой насыщенный красный цвет. Ну, вкус такой, тоже такой определенный, да. Такой терпкий какой-то вкус. Ну, неплохой.
здесь тоже такая, это как вот там стенка. Дальше там дорога, штрассы. И здесь, я не знаю, сажают ее или нет, это ежевика. Вот она колючая, никто туда не залезет. Она так растет. Вот. Вот здесь, это что, Саш, такое? Ну, это мини-футбол. А, мини-футбол. А как это мини-футбол? Маленький мячик. Вот сделали. Синим было, зеленым, сейчас синим. Ну, тут дети здесь тренируются. Здесь такое поле. Тут всевозможные овощи выращивают. Тыква была. А сейчас вот засеяли ее на зиму. Ну, красивая, зелено. И удобрение. В то же время, да, как удобрение. Такой. Цветет, по-моему, желтыми такими цветочками. Что, что?